Пение птиц, шелест листьев и ночное умиротворение. К сожалению, к этой привычной ночной какофонии звуков регулярно добавляется еще одна. Громкая музыка, звук бокалов и безудержный смех, часто переходящий в скандалы, это регулярные спутники ночного города летней ночью. Нарушители тишины демонстративно показывают, их веселью ничто не способно помешать. Вот и в этот раз на повестке дня административной комиссии два протокола и оба о нарушениях тишины в ночное время. У нас тишина и спокойствие в городе с 22 до 6 утра в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан влечет наложение административного штрафа на граждан, которые нарушают эту статью в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Неуважение к соседям ударило хулиганам по карману. По обоим протоколам были назначены штрафы в размере 1000 и 3000 рублей соответственно. Кроме этого, в личных делах нарушителей теперь будет отметка об административном правонарушении. Неуважение к спокойствию сограждан, тем более в ночное время, это не только правонарушение, но и личный позор. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.